Всем привет, друзья! Сегодня хочу показать свои новые подарочки. Для меня неожиданно. Они очень оригинальные. И это подарочки от моего мужа. Подарок на свой выбор, говорит, я сам закажу, но только на свой вкус. Я говорю, хорошо, хорошо, интересно, что же это будет. Ну, в общем, это суто мужской выбор. Очень оригинальный. Я бы, допустим, сама себе никогда бы такое не заказала. Но в этом вся и интересность. Они мне очень нравятся. Это живые камни или топсы. Я уже так себе их оформила, поставила. Все в фирменных горшочках, подписано. Вот такие вот они зелененькие. И на некоторых уже начала проявляться окраска. Вот такая вот мраморная. Ее не было. Это они у меня постояли на свету. Я их уже полила очень-очень аккуратно. Буквально чайная ложка. Я их буду просыпать. Потому что после зимы они были в спячке. Их зимой не поливают вообще. Вот. Так себе составила их, зафиксировала пока так, чтобы они не переворачивались. Потому что субстрат у них очень-очень легкий. Водонепроницаемый хорошо, песочный. Вот, поэтому у меня эти горшочки иногда и переворачивались. Ну, вот так они вот приехали в такой упаковочке. Хорошо упаковано сверху стаканчиком. Все зафиксировано в пенопласте, чтобы ничего не болталось. Доехали хорошо. Все живы, здоровы. Мне очень интересно будет за ними наблюдать. Ну, может быть, они даже у меня зацветут. В уходе они очень просты. Главное отрегулировать полив. Полив там буквально раз в месяц. Март, апрель. Начинаем мы их будить. Начинаем потихоньку их поливать. Ну, а на зиму они практически не поливаются. Ну, у меня еще такого не было. Это факт такого растения. В этом вся интересность для меня. Мне они очень нравятся. Они выглядят очень миленько. Даже Алина сказала, что они миленькие. Вот среди камушков они смотрятся такими необычными, зелеными. Вот. Вот можно заметить, один литопс линяет. Это в порядке вещей. Нижние чешуйки у него начинают отмирать. Нижние листочки. Это знак того, что нужно начинать полив. Для литопсов обязательный дренаж сверху, чтобы они не соприкасались с грунтом. То есть можно засыпать песочком, можно засыпать аквариумным грунтом. Кварцевым песком, таким вот, более мелкой фракции. Но они у меня шли с такими вот камушками сразу же в комплекте. Поэтому я ничего не меняла, просто в поддон насыпала своих камушков. Вот, а сверху вот так вот они оформлены. Очень любят солнце, солнечные подоконники, хорошее освещение, они у меня будут стоять на южной стороне, на окне. Хорошо проветриваемые помещения любят, можно выносить на балкон, на лоджии. Выдерживает температуру плюс 50, но экспериментировать я не буду вытаскивать их на свой балкон в час пик. Когда будет сильная жара, пусть они у меня стоят лучше на окне. Будем экспериментировать, смотреть, наблюдать за ними. Потому что пишут одно, а на практике может быть совсем другое. То есть я всегда полагаюсь на свой опыт, как у меня растение себя чувствует при моих климатических условиях. Это все чисто индивидуально. Поэтому будем наблюдать. Относится к суккулентам. У них в средине очень много запаса жидкости, поэтому они и выдерживают продолжительный период засухи. Вот такой вот подарочек. Буду за ними наблюдать. И уже даже присматриваю, может быть, какие-то семена себе куплю других сортов. Попытаюсь вырастить из семян, допустим, другого окраса, другого сорта. Потому что они мне
понравились. Посмотрим, как они у меня пойдут. Понравится ли у меня. Вот. Ну, я надеюсь, что общий язык мы с ними найдем. Вот такие были живые камни. Такой подарочек необычный. Всем спасибо за внимание. С вами была Ирина. Всем пока-пока.